В округе до конца года отремонтируют 153 многоквартирных дома. Один из них в Первом Панковском проезде. Какие работы здесь выполнены и что еще предстоит сделать, узнал Богдан Колесников. Капитальный ремонт этого дома начали в начале июня. Рабочие полностью заменили систему газоснабжения, установили датчики загазованности внутри квартир и приступили к монтажу утепленного вентилируемого фасада. Месяц назад глава округа Владимир Волков здесь провел выездное совещание. Пожелания жильцов были учтены. Наконец-то глава города нас услышал. Заменили газовое оборудование. Мы тоже очень довольны. Все нормально, все быстро. И мы очень рады, что дом утепляют. И в квартирах будет тепло, уютно, хорошо. Вот в 2021 году был выполнен ремонт лестничных клеток в комплексе с электромонтажными работами. В 2016-2019 годах в рамках региональной программы капитального ремонта были заменены 6 лифтов в данном МКД. В 2019 году силами ЛГЖТ заменена система канализации в подвале на полипропиленовые трубы. В 2015 году была произведена замена деревянных оконных блоков на современные пластиковые окна. Теперь преображается и внешний вид дома. Рабочие утепляют фасад минеральной ватой, осенью его облицуют керамогранитом. Колористическое решение было выполнено по цветовой гамме. Верх и низ темно-серый, песочного цвета основной фасад и вставки морковного цвета. Все решения цветовые были согласованы с жителями, все очень довольны. До конца года ремонтные работы по данному адресу будут завершены. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.